вложены одна в другую. Между бутылками пустота. И в этом главный секрет термоса. Дело в том, что пустота не пропускает тепло. Если внутри термоса горячий чай, то пустота не дает теплу из чая уходить наружу. А если там холодное мороженое, то пустота защищает его от нагрева. Термос сохраняет горячее горячим, а холодное холодным.